Возвращаясь с каждой поездки 20% от стоимости билета. Такая возможность появилась у жителей Алтайского края, которые пользуются пригородными поездами. С 21 августа пассажиры могут экономить до 40 рублей, оплачивая проезд через систему быстрых платежей. Перед оплатой обязательно нужно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте приветмир.ру или в приложении «Привет». Жители региона уже успели оценить удобство современных цифровых сервисов и, конечно же, экономию времени и денег. Я часто покупаю билеты через приложение. Это очень удобно, потому что я пользуюсь электричками, и за счет этого я могу сэкономить деньги от каждой поездки при покупке онлайн. В июле этого года была реализована система быстрых платежей, которая позволяет пассажиру не только удобно приобрести билет в плане оплаты, но и участвовать в акциях, проводимых национальной системой платежных карт. Акция это значит позволяет вернуть часть денежных средств на счет после приобретения билета. Купить сам билет можно любым удобным образом, хоть из дома, хоть на самом вокзале. Главное, через СБП. Приобрести билет на электричку с выгодой можно одним из следующих способов. Либо через чат-бот пригородной пассажирской компании, в автоматах на станциях, в кассах, у сотрудников с переносными терминалами или в приложении. Главное – оплатить проезд, выбрав способ оплаты – система быстрых платежей. Сначала с вас пишется полная стоимость проезда, но уже в течение 3 дней кэшбэк до 40 рублей вернется обратно на счет, с помощью которого вы оплачивали проезд. Сэкономить на поездках смогут жители 5 регионов – Алтайского и Красноярского края, Кузбасса, Новосибирска и Омской областей. Воспользоваться предложением можно до 31 декабря этого года. Анастасия Дороган, Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.